кого это нам? У меня свой, да. Врача. А еще у кого есть бинокль? Не ищите этот. Я водяной. Поля ошибся. Хочешь прицел? Да. Я думал, ты отдала его Егору. Так, Шайтан, Рамзес, Рони, Мрак на свои позиции. Все остальные вот здесь, в этом поселке, отдыхаем пока. Так, Егор, ты там кто-то. Собрал. Там, если в русле нет хорошей позиции, да? На севере же. Нет. Ну-ка, стой. Куда-то поехать хочешь? Нет, не поставил. Не-не-не, заборчик чувствую. Ой, не заборчик, а деревья. Вообще в космос улетел, давайте. Поехали. У команды. К ним подтянуться можно? Нет, ты отдыхай, как сиди. Ты чисто на раз выходи, ты там сидишь со своей атмосферой, на тебя наступили, убегают. Я в доме вообще сижу. Ну вот, на тебя наступят, убьешь противника. И так мне интересно. Ну, потом будет возможность, и выйдешь там. Вон она едет, правее этого трупа встала. Техника. Так, Мрак, Рамзес, Роня, готовы принимать, Шайтан? Да. Да. Блять, мама, она попала, меня увидел тоже. Тут бесполезно. Где-то. А, на севере нет. На северо-западе далеко бэх там стрелял. Все, короче, к домам побежали, Роня. Мрак сейчас у вас уже в упоре будет. Понял, ищу. Они могут на юг на меня пойти. Просто вдоль хребта я буду прикрыт с юга их принимать. А, по-моему, с севера бэха шумит. Да, да, вот севера слышишь. У нас где-то там есть. А, прям севернее вас. Как тогда с запада прибежит? Визуально. Прямо я понял. Сначала подавляют. По-моему, уже на твоем холме. Да-да-да. Отдаем этот холмик. Ну, не так быстро, но я отступаю, мне больно. Это слишком давит, отойдите. Вот если бы желтую метку западную твою накрыла бы, я бы вообще охуенно. Да-да-да, я
нас бежит. Чело живой? Да, живу. Убил этого пулеметчика. Его власть там. Как прошлый раз. Они тоже после идут оттуда. Да не, нормально, я проверил. Он зашел. У меня в прицеле там пикаешь. Нашел, я проник на прям. Да, я тоже. Вы смотрите на меня кто-нибудь сзади, блядь? Можете меня прикрывать? Меня обновляют. Это надо Борзая попросить. Отхожу. Ну вот этот холм мешает. А они там и идут как раз. Очень близко уже у нас, отхожу немного. Эй, блин, меня попали. Не знаю, уползу, не уползу. Отдаю холм, ухожу. Блять, я раненый, попытаюсь сейчас уйти. Просто вот, прячься, вы? Мужик. Да, далеко спрячься. А, техника есть, да. Где? БТР, под пулей едет. Вот это работало от подветку, которую я ставил себе. Я могу спугнуть ее пули, да? Ой, это по мне! Я сейчас вдруг. Ронь, твоя актуальная? Я ее спугну. Спину убиваю. Я стреляю. Че? Ой, я слышал выстрел. Борзай, помоги, Рамзес. Кого въебали? Шайтан, ты стрелял? Да, да. Кого-то из наших въебали. Чё меня пугаешь, что ты меня тебя убил, там враг с пулемётом. Я понял, у меня ворота в упор, я убил его. Вот я про него же. Софья, технику видишь? Стоп, нет, боже, я на отхожу. Все, все, понял, понял, спасибо. Будем искать. Рамзес, я тебя вижу, то есть... Смотри, посмотри на юг. Егор. Обратно подтягивайся к холму. Егор, связь. Не отвечает. Я могу в дуле просто сходить проверить. Батер подъезжает к нашей горе, пацаны, с запада. Угу. Есть чем выбивать, мужики? Да, есть, да. Есть. Есть. Ну ты ранен, блять, мрак, там нужен кто-то другой. Там пехоты пока что много, пусть сам подъезжает. Шайтан, могу трубу отдать, кстати. Дробь там технику. Починим. Пушка 30 минут чинится, брат. Я починю, иди стреляй. Урок, ты пошел? Дай мне, с трупы, с отбой. Можешь идти к Рамзесу воевать, слышишь? СВД по кому? Роня там воюет. Если меня не убьют. Дал тебе заметку. Вообще, мужик, можешь СВД. Идти вот, вот сюда, чтобы потом выбить как СВДР. Ты понял, вот СВД. Вон он в сознанке валяется. Добить не могу. Ронь, ты жив? Ронь тоже, скорее всего, ты СВД. СВД убил? Раш на юге, говорит. Дал по бетеру, попал. Продублировал. Рика, прикрывай. Все, бетер мин. Смотри, только наверх. А
на юге Раши это где? Фудж, прямо около 3. Все, дальше туда. Тише, тише, дайте секунду. Я вижу трубы. Дайте тишину, секунду. Там еще один беттер, там же. Ой, это по нам труба. Там же беттер еще один на северо-западе, а сгореша. Еще много врагов. Я сейчас подойду с трубой, попробую. Они на северо-западном склоне нашего холма, там много их еще должен. Роня, живой? Живой, я 300 буду сейчас. Блять, помогите Роне, пожалуйста. Он глубоко, там, блядь. Он глубоко. Я не в состоянии, я ходить нормально не могу. Он прям на врагах там, Роня, ему не помочь сейчас. Да-да, мне не помочь. Ладно, Ронь, давай ты сам там до конца, окей? Давай-давай. Все. Хардхилл, короче, Егор труп, его труп под водой, за вот эти урон не смогут. А так? Северо-запада обходят. Я пока буду снова слов сидеть. Дал метку одиночную, там уже обходят. Да-да-да, по нам это, мы нормально. Блять, беттер еще ей там же, сука. Блять, беттер выхатывается, мрачел. Я вот сюда, давай. Север, 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 север. Да, за Риком, да, лежит мертвый. Все, не вылазь, не вылазь. Последний выстрел. Ты, по-моему, не на шепоте, правильно? На шепоте. А откуда бил? Я тебя слышу отсюда. По-моему, с северо-запада. А, вижу, бегал, идут по руслу, правому руслу. Шайтан, далеко. Мрачелла убили. Ты убил? Мрачелла убили. По нам, по нам, по нам, по нам. А где будет Аршель? Где он? Прям перед нами, в упоре на севере. 340. Его с твоей позиции уже под мостом. Судьбой шепот, посмотри у себя. Ты про беттер спрашиваешь? Да, да, у меня шепот. Беттер был шепот. На севере, на 20, за полем. Вот таким лысым полем. Там был беттер. Так там и пехи, вон они к дому, к желтому, да, подходят. Да. Желтая двухэтажка. Это прям, нет, прям надо мной победить. Отойди. Они идут по руслу и оборзают с твоей стороны, они ищут, понял? По-моему, вот этот вот сарайчик. Оль, я от тебя отошел, ты там один. СБФ 300 его добивают. Да, с двухэтажного дома. С окна стреляют, двухэтажки. Так, нам... северо-запада вас слышали, я снял одного на возле вас. Двиг нам надо делать? Так. Надо, надо, надо. Давайте двиг сделаем. Да, давайте двиг, двиг. По КВ, следующее КВ. Следующее КВ. Франц, я пройду чуть глубже. Давай, прикрой. Попробую взять трубу, нам пригодится еще.
думаю, шатан. Тигр едет. С востока обходит. Тигр с востока. Пик на восток. Тигр к нам едет. Прям к тебе подъезжает вроде. Живо. На короткой. Я за тебя, если что, сейчас. У тебя нет лишней мицы. Есть. Снял в спине. В спине тебя уже? В спине. У тебя понял. В спине был. Барза. Близко. Рамс по тебе? Да, ран. Метров 100 вообще. Убил его. Харт, вертолет видишь? Опять же вижу. Живи, живи, живи. Не мати, Софи, где-нибудь сядь и лежи. Они там по понизу. В поле ты смотришь с водашником?